Дорогие друзья, показываю прием мануальной коррекции позвоночника стоя, сразу весь комплекс. Значит, человек должен быть полностью расслаблен, вот, подготавливаем, чтобы ручки у него висели, голова висела. После манипуляции лежа у него уже, видите, все вполне расслаблено. Один локоток подкидываем вверх, вот так, чтобы чувствовал свою расслабленность, и подкладываем под свою руку. Человек может быть любой высоты, в принципе. Вот вторую руку сюда и заваливаем его на себя. Вот так вот будем делать. Только проверяем, чтобы он не напрягся. Там выдохи. Чувствуем, чтобы он был весь расслабленный. И потом делаем траст. О, прохрустели. Далее чуть-чуть поворачиваем его в бок побольше, да, и поднимаем, главное, чтобы была легкая одежда. Поднимаем правую коленку вверх, выше. Вот, выпрямились. Если руки вот тут не хватает вашей, да, перехватите за предплечье. Вот, упирается, мы грудной клеткой упираемся в него, от этого больше будет эффект приема. Вот, хрустнули, отпускаем поясницу. Следующую руку на себя, расслабляйся, выдох. О. То, что функциональные блоки не сняли в первый раз, снимается здесь. Теперь левую коленку вверх, перехватываюсь чуть-чуть. Опа. Получилось. Если не хватает что-то, да, ну, чувствуем, что не до конца, да, руки соединяем, не вместе, перед собой, вот, но они расслаблены, полностью расслаблены, да, кладем как бы свою чашечку и вместе целиком весь корпус поднимаем. И тут можно вот так поболтать немножко, чтобы он провис, расслабились, выдохнули. Следующий прием, накладываем руки сзади на шею, поднимись сюда чуть-чуть. Вот, если работаем с нижней частью шеи, да, с переходом шейно-грудного отдела, да, тут замок руки, замок, то как можно ниже и большие пальцы вместе, да, вот тут вот, с руками. Своими руками проводим вот тут и захватываем его как можно ближе, ну, насколько хватает, выше, да, можем вот за вот эти руки держать, за запястье. Локти чуть-чуть вперед сведены, вот в этом приеме, да. И ноги расставляю пошире. Ой, слишком широко. Нет, на ширине плеч. Вот. И сам стоишь на месте, расслабленный. И падаешь на меня. Мы чуть-чуть отходим на полшага назад. Отошли. И за счет того, что грудную клетку, мы поднимаем его, вот эти вот, его грудную клетку, да? А руками давим вперед на череп. Уже было. Вот так вот уже было, да? Теперь выше поднимаем, выше. Второй прием. Руки на череп, а большие пальцы разводим под черепом, чтобы они у меня были. Вот. Локти, соответственно, разошлись. В этот момент, в этом приеме, мы накладываем свои руки на его руки, прямо на череп. Только свои руки вот так в замок не надо, а просто сверху. Это мы будем возить сейчас на верхнюю часть шейного отдела. На меня заваливайся. Несколько тракций. И в конце траст. Опа! Вот, было. Даже грудной отдел, да? Угу. Распрямился. Теперь для полной фиксации давайте вот так руки назад сведем. Голову сводим. Голову вверх, вверх, смотрим наверх. Там паучок на потолке ползет. Опа! Сводим. Все. Хорошо. Отлично. Сейчас случайно расслабили. И с шеей. Вот смотрите, сейчас будем давить в шею вот сюда. На грудной отдел. Если есть какое-то искажение позвонков, вот он, например, смещен вот сюда, да, вправо, значит, справа будем давить вот сюда, под него. А голову нагибать вот туда и немножко ну, таким с легким поворотом вперед, чуть-чуть. Практически все движение у нас идет в плоскости человека, в плоскости его плечей. Для этого нам надо голову полностью расслабить. Когда чувствуем, что он готов, в этот момент, ну, этот прием делается как сидя, так и стоя.
В этот момент мы его ловим и резкое движение вот такое делаем. С другой стороны, пока расслабленный, вот, доделываем. Симметрично сделали, симметрично прозвучал хруст с этой стороны. Ой, в этом отделе. Здесь важно понимать, что мы давим, вектор руки должен идти прямо в человека, внутрь. Примерно от плечей на 2, 3, 4 позвонка, даже ниже, вот до сюда. То есть руку держим не вот так вот, не вот так перегибаем, да? А именно от локтя у нас вектор руки идет до вот указания большого пальца, примерно какой позвонок мы будем воздействовать. Вот, воздействуем, конечно, не пальцем, а воздействуем вот этой частью. Вот этим косточками давим именно в тот позвонок. И тогда мы совершаем этот прием. Если нам надо чуть выше, да, угол просто наклона меняем и действуем вот тут выше. Если мы хотим еще выше добраться, да, то можно за счет того, что за счет ширины нашей руки вот на более верхний позвонок мы упор сделали, да, в плечо своей ладонью. Эта часть ладони в позвонок, который нам надо, и вокруг него вот так вот поворачиваем. Но я специально не буду до конца доводить. Еще выше нам надо, еще выше поднимаем руку, да, и верхнюю часть грудного, ой, шейного отдела позвоночника. Так, здесь все больно, mm-hmm. да? Здесь да, в эту сторону не будем тогда делать. Вот, удобнее это сделать сидя. Так, сейчас покажу, почему. Человек для вас слишком высокий, да, например, ну, как ты. Садись. Соответственно, тут вот он облокачивается на спинку стула и на вас. Вот вы его держите сзади, да. А этой рукой будем воздействовать. В эту сторону и в эту. Так, наверное, не видно будет, давайте чуть назад развернемся. Вот, вот так вот 45 градусов. Вот. Чем хорош стул? Тем, что если человек сползает, да, вот он высокий, у него подвижность большая, да, корпуса, чтобы он не уехал во время вашего движения куда-то в бок, да, сразу будет нарушение, сразу у него будет, может быть, спазм возникнуть. Поэтому подставляем ногу на стул так, чтобы его плечо было закреплено. У некоторых есть специальные ремни, специальные стулья, да, которые удерживают это плечо вот так вот ремнем. Как автомобильно, мы его пристегиваем. И тогда здесь воздействие будет лучше и прямее. Видите, он уже не сползает и не дергается. Также мы меняем руку сюда, сюда, под любой позвонок, какой нам надо. Вот. Можем дополнить тем, что упирая большим пальцем в тот позвонок, который нам надо, мы голову сворачиваем чуть-чуть вот наискосок. Смотрите, как получается, по диагонали и вот туда, на растяжение, да? И также вот проходим все вот эти позвонки вперед, загибая его головушку. То же самое повторяем и с другой стороны. Вот, ну, также можно сидя сделать вот эти все приемы, да, которые я показывал стоя. Вот здесь вот мы замок руки. Здесь только придется подсаживаться под человека. Здесь мы захватили вот так, потом на череп положили, большие пальцы вокруг черепа захватили вот так вот и на себя и дергаем, совершая траст. В принципе, вот этого набора, этих приемов достаточно для вас на первый раз. Остальное отработаем в следующий раз и в следующих видеороликах.